Эта часть экспозиции посвящена писателю Леониду Андрееву. Он не был в Одессе длительный период времени, он здесь был во время своего свадебного путешествия. Его рассказ о семи повешенных уже пишется позже. Несмотря на такой общий минорный и инфернальный оттенок творчества Андреева, он в Одессе разразился весьма забавным очерком, который так и называется «На юге». «На юге». Обратите внимание, как красиво оформляются книги в этот период, да, это та эпоха, которую мы называем эпохой модерна, да, когда вот такая как бы максимальная, да, идет эстетизация окружающего пространства, окружающего мира, да, и книги, журналы, обложки оформляются достаточно эстетично.